Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по пошиву вот такой сумочки. У нее два отделения на молнии, а также внутри не нужно дополнительно обрабатывать никаких швов. Долго тянуть не буду, приступаем. Я подготовила два прямоугольника, у меня ткань футер с начесом. Я шила спортивный костюм, остались кусочки. Я решила, почему бы не сшить сумку. Размеры 27 на 16 и 23 на 16. Передние и задние стенки сумки. Так как это трикотаж, все детали я буду дублировать. Использовать можно любой дублерин. У меня вот такой. И сейчас я его приклеиваю. Готово. Теперь нужно взять что-то круглое. У меня это вот моток резинки. Прикладываю на уголочек, отмечаю и срезаю. Так делаю на всех уголках. Далее я работаю с передней деталью. Беру вот так, загибаю. Примерно смотрю, на каком я хочу расстоянии сделать карман. Может быть, по центру вы хотите его сделать. Может быть, вообще... вот такой внизу маленький. Ну, в общем, все зависит от вашего желания. У меня примерно вот так. Делаю отметку. Вот. И проверяю, чтобы было ровно. Так, надо было это, кстати, сделать прежде, чем скруглить уголочки. Ну, вот я вот так. 17,5 сантиметров. Отмечаю с одной стороны. И также 17,5 отмечаю с другой. Тогда линия будет ровная. Провожу линию и разрезаю. Теперь я также подготовила из подкладочной ткани такие же детали. В качестве подкладочной ткани я использую плащевку. Можно взять любую другую. Также нужна молния, которая будет подходить по размеру заготовки. Можно взять на метраж, ну вот у меня вот это подходит. И сейчас я откладываю так, лицом к лицу, то есть лицо молнии к лицу детали, прикладываю и прошиваю. Теперь беру подкладочную деталь, такую же, накладываю лицом к лицу. И также прошиваю. Можно прошивать по этой стороне, можно также по этой, где уже есть строчка. Отгибаю. Вот так проутюживаю. И делаю отстрочку. Вот что у меня получилось. Вот так с изнаночной стороны. И теперь я беру верхнюю деталь, также и подкладочную. Точно так же просто лицом к лицу. Совмещаю, прошиваю, беру подкладочную ткань, лицом к лицу прошиваю. И теперь тут точно так же, как и на первой стороне, делаю отстрочку. Далее, для того, чтобы подкладку зафиксировать, чтобы она нигде вот так не пришилась, я по самому краю делаю крупный стежок. Вот просто для того, чтобы ее зафиксировать. Далее, для того, чтобы получилось все ровно, мне нужна задняя стенка сумки. Совмещаю вот так. И вот этот нахлёст, сейчас я поверну боком, чтобы было лучше видно, вот так делаю. То есть я смотрю, чтобы у меня эта деталь, если я, допустим, например, сделаю нахлёст больше, то, ну, хотя можно вот эту деталь саму сделать, потом меньше, но я не хочу. Поэтому ориентируюсь на деталь, проверяю, но все так, как я хотела. И крупным стежком уже с нахлестом прохожусь вот тут и вот тут, то есть фиксирую. Вот что у меня получилось. Сейчас лишнее я срезаю. Теперь абсолютно неважно, на передней или на задней стенке, к верхней. К верхнему срезу я прикладываю линейку вот так и просто делаю отметку ровно с одной и со второй стороны. У меня это будет
глубина молнии. То есть от одной метки до другой у меня будет пришиваться молния. Далее я беру сантиметровую ленту и измеряю расстояние от одной метки к другой. У меня получилось 19 сантиметров. Лишнее на молнии я срежу. И вот так это будет получаться. Далее нужно сделать деталь боковую, которая и будет объемом для сумки. Я уже показывала, как сделать круговую деталь, но для многих это сложно. В этом видео покажу самый простой вариант. Деталь должна быть шириной такая же, как и молния. В моем случае это 3 сантиметра. А длиной, во-первых, полоска будет не одна, а две. И вот так берите с запасом, обязательно на припуск, например, 1 сантиметр. Да? И вот так, она должна быть больше половины. Ну вот у меня 32, можно взять 33. В общем, с запасом. И таких полосок нужно 2 из основной детали и 2 из подкладочной. Полосочки из основной ткани я продублировала. Также подготовила по 5 сантиметров стропы. Это нужно для полуколечек. Также и полуколечки у меня уже готовы. И молнию. Молнию я срезала лишнее, оставив 1 сантиметр припуска. А со второй стороны просто прошлась на машинке и закрепила ее, чтобы концы не расходились. Теперь я вставляю стропу в полуколечко. Вот так. Прикладываю к молнии, неважно с какой стороны, с одной или со второй, мы будем это делать с двух сторон. Прикладываю так, чтобы, смотрите, вот тут есть металлические вот такие стопоры. Главное, чтобы в них не попала игла, поэтому прикладывайте и пришивайте так, чтобы игла была за ними. Вот так. Прикладываю, далее накладываю, можно пристрочить, чтобы уже было зафиксировано. Прикладываю вот так лицом к лицу полоску из основной ткани. И вот так лицом к изнаночной стороне молнии прикладываю подкладочную полоску. Все это прошиваю. Если вы боитесь, что игла все-таки попадет в стопоры, с этой стороны их можно снять. Просто их убираете. Пришила, отгибаю вот так и делаю отстрочку. Со второй стороны молнии все делаю точно так же. Вот что у меня получилось. Теперь я нашла на заготовке, ну в данном случае передняя, в принципе можно и к задней. Центр на заготовке и центр на молнии. Легче всего и вернее всего сделать это вот так. Совмещаем и отмечаем центр. Также определяемся, с какой стороны у нас будет открываться молния. У меня будет вот так. И сейчас лицом к лицу совмещаем метки центра. Я буду использовать прищепки. Если у вас нет, используйте булавочки, либо канцелярские зажимы. И вот так я закрепляю сначала в одну сторону и затем в другую. Дохожу до центра низа и дальше покажу. Смотрите, дохожу до центра, также у меня тут отметка. Вот так ровно совмещаю одну и вторую. Делаю отметку, где мне нужно проложить строчку и просто прошиваю. Так делаю я на основной ткани и точно так же на подкладочной. Швы в разутюжку, но я покажу. Прошила, лишнее срезала и швы разутюжила. Сейчас все. Вот так совмещаю. Дальше продолжаю, скалываю и прошиваю. Прошила. Вот так это выглядит. Также можно вывернуть, проверить. Кстати, я забыла сделать закрепку. Вот у меня уже распускается. Не забывайте в этих местах делать закрепки. Проверяем, все ли хорошо. Если все хорошо, значит на этом этапе я делаю карман. Ну, мешковину вот этого кармана. Она у меня будет тоже большая, вот такая. По размеру такой же, как и задняя стенка из подкладочной ткани. Вырезала деталь. Накладываю лицом к лицу. И по этим швам, которые я только что прокладывала, пришиваю.
Вот так должно получиться. Теперь беру заднюю стенку. У меня также здесь метки центра. Верхнюю метку совмещаю с меткой на молнии, а нижнюю с центром соединения. Вот так. На этом этапе нужно приоткрыть молнию, потому что мы не вывернем. Совмещаю, скалываю и прошиваю. Прошили, вывернем, проверим, все ли хорошо. Если все хорошо, нам остается два финальных шва, и сумочка готова. В общем, проверяем каждый шовчик и дальше покажу. Я подготовила две детали подкладки, точно такие же по размеру, как задние и передние стенки. Теперь беру сумочку, которая вывернута наизнанку. И тут очень внимательно, смотрите, беру подкладку лицом вниз, вот так. И прикалываю, но прикалываю не к вот этой стенке, а к дальней. То есть не той, которая ко мне ближе, а наоборот к дальней. У меня тут есть метки центра, я их совмещаю. Также скалываю и прошиваю, но нужно оставить место для того, чтобы вывернуть. Вот так скалываю, чтобы было понятно, что скалываю не с вот этой, а с этой. И оставляю место для того, чтобы вывернуть. Буду оставлять сбоку, потому что здесь места больше, нежели внизу. Прошиваю. Прошила, место оставила. Кстати, шила по той же строчке. С этой стороны она была видна. Здесь я накладывала и по строчке прошлась так, чтобы точно все швы перекрылись. Теперь выворачиваю. Вывернула. Ну, она получается наизнанке. Место, через которое выворачивала, нужно закрыть потайным швом. Вот так. Но сейчас я закрою вторую сторону. Точно так же, как и первую. То есть я накладываю с этой стороны и прикалываю к дальней стороне. Лицом к лицу. Вот так. Скалываю и прошиваю. Также оставляю место для того, чтобы вывернуть. Место там, где нужно вывернуть, обязательно я делаю закрепки, причем делаю их достаточно большими. Все, выворачиваю. Так, у меня все отлично. Мне теперь остается закрыть потайным швом с одной стороны и с другой. Готова моя сумочка. Я одела ремешок, также одела вот такую резиночку на бегунок, чтобы легче было открывать. И вот такая сумочка у меня получилась. Результатом довольна. Очень нравится, что нет обработки швов. Все очень аккуратно внутри. И также хочу сказать, что если бы мы делали боковую деталь в круговую, этого бы шва не было. Но, на мой взгляд, он вообще не портит сумку. Посмотрите, разве он тут мешает? Думаю, нет. И хочу показать, как это выглядит в комплекте. Мне очень нравится результатом, я довольна. Это моя первая в жизни сшитая одежда. Ну, сумочки я, конечно же, шью давно. Кому интересно, на моем втором канале я буду снимать влог, где покажу, как костюм смотрится на сыне. Также, конечно же, покажу и сумочку в комплекте на нем. В общем, кому интересно, ссылочка на второй канал обязательно будет в описании. Ну а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если у вас остаются какие-то вопросы, всегда можно написать мне личное сообщение. Все мои контакты будут в описании под этим видео. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.